Смотрите новости 16:12 чаще. Теперь выпуски выходят 3 раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу. Подписывайтесь на 16:12 в соцсетях, чтобы первыми узнавать о свежих новостях. В следующем выпуске мы поговорим о таком. Теперь официально Болат Назарбаев отобрал у государства Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос». Почему полицейские страдают от преступной власти не меньше, чем протестующие, и как правоохранителям перейти на сторону народа? Не бюллетенем единым. Почему 9 июня на избирательных участках в Казахстане будет пусто?